В Кемерове приобрести героин оказалось так же просто, как помыть машину. Тем более белый порошок продавали на автомойке. О дополнительном сервисе стало известно полиции. Сотрудники в штатском совершили проверочную закупку, а потом нагрянули на автомойку. Женщина, которая там работала, мыла машины, давно продает героин. Наркоторговка пояснила, зарплата у нее маленькая, а своеобразная коммерция приносит заметную прибыль. Полученные деньги, правда, вряд ли удастся потратить. В ближайшие 10 лет автомойщице придется провести за решеткой. Напомню, о фактах торговли наркотиками вы можете сообщить в полицию по телефону 32 70 97. В ходе личного досмотра у нее были изъяты меченые купюры, а также шприцы, которыми она снабжала своих клиентов. Сама наркоторговка призналась, что и сама употребляет героин, причем могла это делать и непосредственно на своем рабочем месте. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических веществ.